spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия безинерционных катушек, которая выпускается под отечественным брендом «Волжанка». Это линейка Pro Sport, на данный момент включающая в себя 4 модели с заявленным весом от 288 до 358 граммов. Одинаковое передаточное число составляет 5,2 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 3004. Pro Sport выполнена в черном матовом цвете с серебристыми элементами. В серии представлены варианты для оснащения как спиннингового, так и фидерного удилища. При производстве корпуса и ротора использован алюминиевый сплав, дающий высокую прочность, жесткость и надежность всей конструкции. Внутри расположен планетарный механизм с деталями из латуни и нержавеющей стали. Кстати, заявлена защита от соленой воды, а следовательно, катушки можно использовать и на морских рыбалках. Чтобы снизить вибрацию во время работы ротора, применяется его компьютерная балансировка. С целью обеспечения максимально плавного вращения в серии устанавливается 11 подшипников, 10 из них шарикового типа и один роликовый. За один оборот рукояти выматывается от 69 до 84 см лески. Для предотвращения проворачивания в обратном направлении используется мгновенный антиреверс. Холоднокованная шпуля сделана из алюминиевого сплава и дополнительно облегчена за счет фрезеровки. В зависимости от модели, лесоемкость составляет от 200 метров лески толщиной 0,205 мм до 310 метров монофила диаметром 0,310 мм. Для фиксации предусмотрена небольшая круглая клипса. Также отметим наличие облегченной дужки лесоукладывателя и ролика, способного снижать перекручивание лески. Регулятор фрикционного тормоза имеет переднее расположение и способен справляться с максимальными нагрузками в 12 или 16 кг. Для защиты фрикционных дисков от воды и грязи предусмотрена специальная эластичная прокладка. В нижней части установлен компактный рычажок реверса. В одном положении ротор вращается только в режиме намотки, а после переключения ручку можно вращать в обе стороны. Сама металлическая рукоять оснащается шарообразным или, как в данном случае, плоским кнопом из практичного EVO. Чтобы из леворукого варианта сделать праворукий или наоборот, вам необходимо выкрутить ее из корпуса и поменять местами с заглушкой, расположенной на противоположной стороне. Также отметим, что в комплектацию «Волжанки Pro Sport» входит неопреновый чехол для ее хранения в перерывах между рыбалками. В одном отделении размещается сама катушка, а в небольшом кармашке съемная ручка. От выпадения страхует язычок с текстильной застежкой. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.